рад приветствовать вас на нашей традиционной уже 32-й выставке ярмарки. Эта выставка – это подведение итогов как бы сельскохозяйственного года. Скажу, что он был очень непростым для наших аграриев, но несмотря ни на какие трудности, мы свои обязательства в части обеспечения оренбуржцев продовольствием выполнили. И сегодня можно смело сказать о том, что продовольственная безопасность Оренбуржья обеспечена. Мы являемся представителями символа оренбургского пухового платка, символом гордостью Оренбуржья. То есть наш магазин знаменит на всю Россию и не только, по всему миру. Мы приехали прямо с производства и представляем здесь на выставке впервые астраханскую корочку, которая обладает очень полезными свойствами и соленая именно по холодной технологии. То, что производим мы в Оренбургской области, нам своего хлеба, молока, мяса достаточно для того, чтобы обеспечить область. Но это не главная задача. Главная задача – мы должны не только себя обеспечить, но и близлежащие все регионы, продавать продукцию за пределы Оренбургской области.